Ваше новое дело будет успешным, как я и предсказывал. Приходите еще, я попрошу дальнейшей благосклонности богов для вас. Как всегда, они впечатлены, господин. Да, но их было только двое. Раньше стояла очередь желающих увидеть мою магию в действии. Жаль, что вы не собираете такую толпу, как тот последователь Иисуса из Назарета. Как же его зовут? Он недавно приехал в наш город. Филипп! Да, точно. Все очень увлечены этим Филиппом и его посланием. Ты говоришь мне это, потому что его послание имеет большую силу, чем моя магия. Именно так. К тому же он творит чудеса. Я не говорю, что у вас плохие фокусы, господин. Ваши трюки очень и очень хорошие, но... Покажи мне того человека, чтобы я воочию увидел его силу. Эта толпа должна быть вокруг меня. Это удивительно. Удивительно. Этот человек не раз приходил ко мне в поисках лекарств. Этот маг не сможет ничего сделать для него. Во имя Иисуса Христа, будь исцелен и иди. Я могу ходить! Я иду! Слава Богу за это! Я исцелен! Господин, я устрою вам встречу с Филиппом. Дайте ему денег, чтобы он открыл вам свою тайну. Нет. Дайте ему дорогу. Это Симон Мак.